Всем привет! Что может предложить Билайн своим абонентам в начале 2022 года? Какие тарифы заслуживают внимания? Я выбрал лучшие тарифы оператора в нескольких категориях и предлагаю вам с ними ознакомиться. Рассматривать параметры и цены я буду на примере Москвы и области. Тариф без абонентской платы. В прошлом видео про лучшие тарифы МТС 2022 года номинации «Лучший тариф без абонентской платы» не было, так как достойных вариантов не нашлось. А вот у Билайна такой тарифный план имеется, и имя ему – Связь Z. Звонки на любые номера России – 3 рубля за минуту. СМС на любые номера России – 3 рубля за сообщение. Недорогие междугородние звонки и СМС – хорошо, а вот для местных звонков и СМС не особо дешево, но на тарифе можно купить пакеты минут, СМС и интернета. Интернет – 10 гигабайт – 350 рублей, 30 гигабайт – 450 рублей, 50 гигабайт – 550 рублей. Звонки – 100 минут – 150 рублей, 300 минут – 300 рублей. Сообщения – 100 СМС – 50 рублей. Пакеты тоже не очень дешевые, но есть у них одна важная особенность – они не сгорают в конце месяца. Если пользоваться тарифом, то они вообще не сгорают. Так можно купить пакет интернета 50 гигабайт и пользоваться им хоть год. Разумеется, такой тариф для активных пользователей вряд ли подойдет. И еще стоит отметить, что в некоторых регионах России данный тариф закрыт для новых подключений. Тариф с минимальными пакетами. На самом деле, если расход минут СМС и интернета небольшой, то вполне может подойти тарифный план «Связь Z». Но мы рассмотрим другой вариант от Билайна – первые гиги. 200 минут на местные номера и номера Билайн России. 6 гигабайт мобильного интернета. 480 рублей в месяц. Относительно скромные пакеты за не такую уж и низкую абонентскую плату. Хотя на дворе 2022 год. И 480 рублей в месяц – это низкая абонентка. По крайней мере для Москвы. Но опять же, если нужно чуть меньше минут и интернета, то лучше взять связь Z. А если чуть больше, то уже твое решение. Тариф средний класс. Здесь берем тариф «Твое решение». Напомню, что до 31 января 2022 года его можно взять со скидкой от 30 до 60% на абонентскую плату на 1 год. «Твое решение» – это тариф-конструктор. Я взял следующий набор. 400 минут на любые номера России, плюс безлимит внутри сети, не расходующий пакет минут. 45 гигабайт мобильного интернета, плюс безлимит на мессенджеры, социальные сети, музыку и видео. 790 рублей в месяц. Да, тариф вышел не очень дешевый, зато практически все нужное есть. Минут не очень много, зато они все на номера России. Есть нормальный безлимит внутри сети. Пакет интернета не безлимитный, но зато есть много отдельных безлимитов, включая видеосервисы YouTube и TikTok. Если тариф кажется дорогим, можно что-нибудь ненужное отключить. Тариф «Много интернета». Тут, разумеется, можно было бы взять выходной интернет, который до сих пор предлагает безлимитный мобильный интернет, но при ежедневном использовании выходит уж больно дорого. Поэтому выбор интернет Pro Plus. Звонки на местные номера и номера Билайн России – 2,5 рубля за минуту. Междугородние звонки на номера других операторов – 5 рублей за минуту. СМС на местные номера – 2,5 рубля за сообщение. СМС на номера других регионов России – 5 рублей за сообщение. Интернет 100 гигабайт плюс безлимитный интернет ночью с часа ночи до 8 утра. 900 рублей в месяц. Бонус – интернетом можно бесплатно делиться с другими номерами. Если не нужен пакет минут, а общение происходит через соцсети и мессенджеры, то выбор относительно неплохой. Если же пакет минут все-таки нужен, то тогда берем тариф «Твое решение». Выбираем нужный пакет минут, а по интернету выкручиваем все на максимум. Ненужные, разумеется, не берем. Абонентская плата зависит от того набора, который вы выберете. Тариф семейный. Еще недавно очевидным фаворитом в этой номинации был бы «Близкие люди 3», но теперь я больше склоняюсь к версии «Близкие люди 4». Тут стоит обратить внимание на то, что тарифы отличаются друг от друга, и в других регионах может быть более подходящей другая версия. Параметры. 2000 минут на любые номера России, плюс безлимит на номера Билайн после окончания пакета минут. 50 гигабайт плюс безлимитные мессенджеры, соцсети и видео, YouTube и TikTok, 1500 рублей в месяц. Перейдем к семейным фишкам тарифа. Можно подключить до 3 номеров бесплатно. Безлимитные звонки и СМС между номерами группы. Почему я выбрал именно эту версию за 1500 рублей в месяц, а не «Близкие люди 3» за 900 рублей в месяц?
Во-первых, можно подключить до 3 номеров, а не до 2. Во-вторых, платить за дополнительные номера не нужно, в отличие от тройки, на которой за любое количество подключенных номеров нужно платить 9 рублей в сутки. В-третьих, пакет минут 2000 и есть безлимитное видео. Тариф «Близкие люди 4» существенно дороже, но мне кажется, что оно того стоит. Бонус – один из непубличных тарифов. Здесь я выбрал для примера тариф «Гравитация люкс» – версия с 25 гигабайтами интернета. Параметры – 1000 минут на любые номера России, 500 смс на любые номера России, 25 гигабайт мобильного интернета, 250 рублей в месяц. Можно подключить безлимитный интернет в сетях 4G за 100 рублей в месяц. А на этом у меня все. Пишите, какие тарифы Билайна лучшие по вашему мнению, из тех, что сейчас можно подключить.